он здесь оказался и кому принадлежит, но он, видимо, очень негативно влияет, во-первых, на нашу квартиру. Но я давно хотел его уничтожить, но что-то никак все забывалось. Сегодня настал этот момент. Ну, готовьтесь, ребята, приготовьтесь. Как всегда, я зажигаю свечу. В любом случае, в ритуале присутствует либо кровь, либо свеча. В моем данном моменте это свеча, потому что я занимаюсь токами положительные, то есть белые, не влияющие, не темные никакие силы. Ставим камень счастья на этот. Мы должны сжигать негативную энергию, поэтому он должен почувствовать болезненную боль. То есть перед тем, как говорить про него разные вещи, мы должны его обжечь. На самом деле горяченькая штука. А теперь мы помолимся, как мы можем молиться. Вот Иисус Христос, помоги нам избавиться от этой негативной энергетической. Боже, Спаситель, да спаси нас от этого нечисти. Да спаси, уничтожь, прогони эту нечисть. Прогони все, что она причиняет нашему дому, все, что причиняет нам, все, что веет на нас. Прогони это. Да спасибо тебе за все, что ты делаешь нам. Спасибо за все твои дела, за твою веру в нас, за все, что приносишь нам. Спасибо тебе, Боже, спасибо, Иисус Христос, что ты веришь в нас. Нашу душу, что ты способен верить в нас, что мы можем достичь чего-либо. Мы такие же люди, как ты. Мы души, верующие души. Да спасибо тебе за все твои старания, твои начинания. То, что ты мог дать, даешь и, возможно, дашь. Да спасибо тебе за все старания. За все начинания, за все спасибо. А теперь мы должны прочувствовать эту энергетику внутри себя. Если мы пропустим эту энергетику внутри себя, вы знаете, что если она действительно очень сильно негативно влияет на вас, это очень опасно для жизни, поэтому не нужно повторять того, чего делаю я. И мы сейчас будем буквально в течение неизвестного пока что мне времени, ну примерно, наверное, скажу 2-3 минуты, может быть больше, через себя пропускать все, что содержит этот амулет в виде креста. Начнем.
Не знаю, сколько прошло времени, но все, что было в этом кресте, ушло. Не повторяйте того, что делаю я. Это очень опасно. Забыл сказать, что еще нужно сделать. Надо еще не только впускать, но и выпускать всю энергию в дальнейший путь, чтобы она развеялась по космической простору. Вот такими делами. Последнее, что еще сделать, надо мне обрызгать ее святой водой. Это больше поможет нам для нашего ритуала. Сейчас я принесу через пару минут, извиняюсь. Такие слова, то, что неправильно говорю. Вот немножко воды святой. Ха, у меня все время припасы, но... Вот сейчас облит весь крест святой водой. Теперь он безопасен. А я тем временем выпью саму святую воду. Перекрещиваясь перед этим ритуалом. Это ритуал издревле наш. Все, ребята, подписывайтесь на мой канал, канал разговора с Богом, и я вам покажу многие вещи, которые вы не знали,
узнайте с помощью меня.